В Железноводске стартует первый кинофестиваль «Форум-24». Он продлится до конца выходных. В программе показы отечественных фильмов и выступления деятелей искусств. Зрители увидят кино в уникальном формате прямо с пленки. Звезды театра и кино прошли по красной дорожке на кинофестивале в Железноводске «Форум-24». Полтора часа продолжалась церемония встречи и представлений участников кинофестиваля на Железноводской красной дорожке возле городского дворца культуры имени Сергея Пускипалиса. Ольга Кабо, Василий Мищенко, Алексей Гоман, Светлана Неваляева, Полина Лазарева, Ирина Купченко, Наталья Варлей, Лянка Грыу и многие другие знаменитости российского театра и кино. Это неотъемлемая часть любого кинофестиваля, на который артисты приветствует своего зрителя. Такие замечательные души. Как я первый раз приехал в Железноводск, меня поразило, что это город каштанов. Искренне и трогательные моменты, конечно, я хочу заметить, что это... А какая невероятная погода, как нас горы встречают, оберегают, ограждают. И слава богу, что это так. Но многих, захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И глаза всегда сливаться в танк, и душам их дано пролить света, и вечностью дышать в одно дыхание,